Всем привет, меня зовут Анастасия Денисова, и я отвечу на любые вопросы ВМЖ. Почему? Ну, просто он должен быть симпатичный. Не знаю, бывают и несимпатичные обезьяны, и тоже себе ничего. Все это не важно, на самом деле. Главное, чтобы человек хороший был. Я думаю, что это такая дань моде, когда мы запускались много-много лет назад. Было модно вот это вот, такое вот две буковки на такой вот манер. Ну, по-моему, было вот, да, что-то было модное такое. Современные типы связаны с социальными сетями. Вот. Как говорил один мой друг, побольше поплатишь, поменьше в туалет придется по-маленькому ходить. Вот. Поэтому, в принципе, если брать в расчет, что как бы жидкость, когда уходит лишняя жидкость, ты худеешь, то, в принципе, это утверждение может быть верным. Ни тем, ни другим. А, не, ну я пользуюсь больше, получается, Яндексом. Мы с Алисой периодически разговариваем. Они знают, что круче. Все хорошо. Какой сорт макарон? Которые самые жирненькие, наверное, как они там называются, и которые хорошо наматываются. Для того, что если все-таки очень хочется, чтобы можно было поесть. Хороший вопрос. Никогда об этом не думала. Вообще у меня прилипает. Я каждый раз, когда я открываю клей, потом прилипает крышечка. Что-то вы заблуждение вводите. В зависимости от того, сколько этой девочке лет и сколько раз она уже надевала белое красивое пышное платье. Ну, в разные периоды. Мне когда-то хотелось только белое пышное платье, желательно много и часто. А сейчас хочется и черного маленького платья, а вообще хочется всего и побольше, чтобы шкаф ломился. Не на каком? Ну, о каждом свидании нужно переживать насчет своего внешнего вида. Особенно, если вы живете с мужем уже годик так 4. Ой, во-первых, это была бы очень был бы длинный сериал, очень насыщенный всеми событиями. Как бы он назывался, не знаю. Круговорот Денисовой в природе. Наверное, так я бы его назвала. К теще на блины надо обязательно, а потом худеть. Мои коты думают, что я сошла с ума иногда. Вот, иногда они думают, что мне холодно, иногда они думают, что я очень голодная. Сегодня кошка пришла ко мне вот так вот под мышку и со мной спала. Наверное, она думала, что мне холодно и страшно. Жара 30 градусов. Ну, много на самом деле, если рассматривать эти мешки с точки зрения пластической хирургии и вложений. Вот. Но точной суммы я не знаю, нет, я не знаю. Я стала актрисой, потому что я больше ничего другого делать не умею. В смысле, потом я уже поняла, что научилась, но не хочу теперь уже ничего другого делать. Но не значит, что не буду ничего другого делать. Вот.